Глаукома – це серйозна хвороба очей. Саме цей недуг є основною причиною слабкого зору чи навіть сліпоти. Серед тих, хто втратив зір, кожен п'ятий хворий на глаукому. У світі близько 70 мільйонів таких пацієнтів. У Дніпрі борються з цим недугом більше 7 тисяч людей. Аби привернути увагу до проблем більше, у березні весь світ відзначає День боротьби з глаукомою. І сьогодні у нас у студії гостя, яка допоможе розкрити тему ширше, пані Тетяна Поліщук, кандидат медичних наук, завідувач офтальмологічним відділенням клінічної лікарні номер 8 Дніпра. Вітаю вас. Добрий вечір. Які більш розповсюджені офтальмологічні захворювання серед українців? З цього, мабуть, і почнемо. Глаз – это очень сложная оптическая система, и любые нарушения неблагоприятные, которые приводят к сбою в этой системе, вызывают нарушение зрения или его снижение, нарушение или отсутствие. На первом месте по распространенности заболеваний стоят некоррегированные аномалии рефракции, неоперированная глаукома, неоперированная катаракта, возрастные изменения и осложнение глаз в результате сахарного диабета, а также травмы. Чи можна виділити якісь основні причини, що викликають ці захворювання? Ви вже трошки сказали про це, але все ж таки більш детально. Ці захворювання чаще всього зустрічаються при сопутствующей патології. У больних, страдающих на нарушення кровообращения периферической системы кровообращения. Это и гипертоническая болезнь, и сахарный диабет, наследственный фактор имеет значение, а также цивилизация нашего общества. Всевозможные компьютеры, гаджеты, телефоны приводят к значительному ухудшению зрения, переутомления, чтение мелкого текста. Затем, когда читают в самолете, в поезде, движение текста приводит к значительному перенапряжению глазной мышцы и снижению зрения. Если говорить про официальные данные, 7 тысяч днепрян, это много? Чи... Досить така помірна цифра. І скільки насправді ми маємо людей, які мають ті чи інші захворювання? В місті Дніпропетровську на диспансерному учеті по поводу глаукоми знаходиться 7 тисяч чоловік. Вроді як ця цифра і не дуже велика. Хоча ще стільки ж, а може бути і значительно більше, о своїй болезні не знають. Ведь глаукома – це таке заболівання, яке на своїх начальних стадіях протікає совершенно безсимптомно. То есть человека может абсолютно ничего не беспокоить, а проявляется она лишь в том случае, когда появляется сужение поля зрения, появляются скотомы, то есть выпадение поля зрения. Это уже такая развитая или далеко зашедшая стадия глаукомы. Поэтому сейчас мы акцентируем внимание на этом и всех жителей города Днепра призываем проверить свое внутриглазное давление, особенно тем, кому больше 40 лет, в центрах первичной помощи или в любых других центрах, которые оказывают офтальмологическую помощь населению. Коварство глаукомы в том, что это заболевание приводит к слепоте необратимо. То есть, если человек обращается уже ослепнув при глаукоме, помочь ему вернуть зрение невозможно. В этом вся и сложность. Давайте поговорим про профилактику. Это, мабуть, краще, ніж лікувати. З чого потрібно починати? Чи слід чекати там 40+? Чи, можливо, життя таке швидкісне, що навіть і хвороба прогресує в більш молодому віці? Як такової профілактики глаукоми немає. Її виникненню приводять різні захворювання. Тобто, чаще вона з'являється у людей, страдаючих нарушением кровообращения, гипертоническая болезнь, атеросклероз, наследственность, эндокринологические расстройства. Вот эти заболевания приводят к прогрессированию глаза, к нарушению питания глаза, приводят к глаукоме. Как-то уберечься от нее невозможно или там предотвратить. Нужно систематически быть у врача-офтальмолога. Что можете сказать стосовно народних засобів профілактики? Знаєте, кажуть так, їжте там фрукти чи овочі певні, і зір буде краще. Що скаже фахівець? Я скажу, що так, можна
употреблять, режим питания должен быть сбалансированный, режим жизни должен быть сбалансированный, побольше отдыхать нужно, поменьше пользоваться там гаджетами всевозможными. Однако употреблять пищу больше зеленых и желтых овощей, там, где содержится лютеин и зеаксантин, которые способствуют укреплению сетчатки. Однако это ни в коем мере не исключает, я еще раз повторюсь, посещение офтальмолога, измерение внутриглазного давления. Давайте поговоримо, як на вашу думку, є ті, хто не звернувся, ви сказали вже, що, мабуть, більше, ніж навіть тих, хто звернувся, а чому люди не звертаються? Вони бояться почути вирок? Чи що відбувається? Люди не обращаются, потому что, к сожалению, такое небрежное отношение к своему здоровью у наших украинцев. Почему-то в основном глаукомой люди болеют после 40-50, и если у них начинаются проблемы со зрением, они, как правило, списывают это на возраст и считают, что это либо возрастные изменения, либо пойдет. Когда зрение ухудшается больше, значительно ухудшается, многие люди, не обращаясь к врачам, либо покупают себе очки, либо просто без консультации врача покупают себе очки. И когда уже ситуация тупиковая, тогда только обращаются к специалисту. Вот это проблема. Это просто наша такая беспечность и халатность. Давайте поговорим тогда про порады. Отже. 6 по 16 марта. Да, в нашем городе будет проходить декадник по борьбе с глаукомой. Во всех центрах оказания первичной помощи будет проводиться измерение внутриглазного давления. Все наши семейные врачи обеспечены тонометрами для измерения внутриглазного давления в достаточном количестве. Поэтому все жители нашего города должны обратиться не только в это время, можно всегда измерить внутриглазное давление. И врач семейной практики, он должен заподозрить подозрение у глаукомы, а дальше уже направить больного к офтальмологу либо в городскую больницу номер 8 для более детального обследования. Ну, если говорить, вот, ну, есть желание, есть декадник, сколько денег и будет ли... Нет, это все делается акция. Совершенно да. Бесплатно. Это хоть в декадник, хоть без декадника, это все делается абсолютно бесплатно. Угу. Якщо говорити про фах лікарів Дніпра, наскільки вистачає фахівців в цій галузі? Всі поліклініки нашого міста, во всіх поліклініках міста є врачі-офтальмологи, є спеціалізовані лікарні, це міська лікарня номер 8, є обласна офтальмологічна лікарня, де можна пройти повне обслідування, включаючи всі новіші, сучасні методи діагностики. Сейчас существует такой метод диагностики, оптическая когерентная томография, которая позволяет выявить глаукому на самых ранних этапах ее развития. То есть еще даже нет изменения в поле зрения, потому что когда оно появляется, это уже процентов 30-40 нервных клеток погибло. А оптическая когерентная томография позволяет выявить еще в зародыше, скажем так. Поэтому все возможности в городе есть, нужно только желание. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була Тетяна Поліщук, завідувач офтальмологічним відділенням клінічної лікарні номер 8. Бережіть свій зір.